Здравствуйте, меня зовут Светлана Налетова, я рада приветствовать вас на канале «Сад без секретов». Едва ли можно найти участок, где не растет смородина. В большинстве садов, конечно, произрастает смородина черная. Многие энтузиасты и любители полезных ягод выращивают красную смородину, а кто-то предпочитает сорта с белыми ягодами. В любом случае, для того, чтобы собирать обильные урожаи с ваших растений, нужно в первую очередь подобрать хороший сорт. И сегодня агроном, владелец питомника в Челябинской области Анатолий Юрьевич Попов расскажет вам о нескольких сортах черной, красной и белой смородины, которые дают замечательные урожаи и радуют крупными и вкусными ягодами. Стоит заметить, что Анатолий Юрьевич несколько десятилетий испытывал сорта смородины на своем участке, и поэтому к его мнению стоит прислушаться. Досмотрите это видео до конца, потому что Анатолий Попов даст вам свои рекомендации по поводу высадки саженцев смородины. Здравствуйте, меня зовут Анатолий Попов. Сегодня мы поговорим о смородине. В нашей области выращивается три вида. Это черная, красная и белая. Самая популярная, конечно, черная. Сортов их смородин очень великое множество сейчас. Селеченская, дачница, виноградная сорт, афродита сорт, голубка сорт. В данный момент вот представлены сорта. Это вот такие, как вот афродита. Ягоды у нее крупные, хорошие. Даже года бывает, она крупнее вишни даже идет. Также точно дачница сорт, очень хороший, прекраснейший сорт. Ягоды прекрасного вкуса, аромата, в общем-то крупные сами по себе. Вот это вот сорт афродита идет. Ягоды очень много, с кустика собирается 5-6 килограмм. Ягоды очень крупные у нее. А вот это вот сорт дачница. Сорт тоже очень урожайный. Тоже дает где-то примерно 5 килограмм с кустика. Еще существует мнение, что красная смородина не растет вместе с черной. Многие говорят, это, конечно, неправда. Вот в этом кусте как растет и черная, сейчас найдем и красную. Вот и красная смородина. Если брать, вот она, пожалуйста. Все вместе растет и ничего страшного нету. Также растет у нас смородина красная. У меня она представлена двумя сортами на участке. Один красный крест, это сорт английской селекции, и наш сорт, это чулковская. Это вот она. Ягоды у нее тоже очень крупные, хорошие. Ну и сорт один белой смородины, это версальская, французский сорт. Версальская белая. Теперь можно посмотреть, как они растут. Это сорт красный крест. Сорт хороший, урожайный. Если и кустики живут, если вот у черной смородины кустики в основном держат, ну, самое большое 5-6 лет, то красная смородина живет и 10, и 12 лет. И чем больше куст у него, тем больше ягод получается на нем. В первые 4 года идет только санитарная обрезка практически. Это удаление замерзших веточек, убитых каким-нибудь насекомым, ну, обломанные птицей или кем-нибудь еще. А так, в принципе, никакого ухода слишком большого не требует красная смородина. Возраст куста вот этого 4 года. Ягоды на нем примерно, ну, килограмм 8. Это для смородины нормально. Если черные смородины самое большое 5-6 килограмм с кустика берется, то здесь бывает 8 килограмм. Это, в общем-то, нормально. Это один взрослый куст, которому 4 года. А это сорт чулковская. Сорт русский. Это народная селекция чистая. Сорт старинный. Он у нас на Урале, по-моему, 60-х годов существует. Сорт очень плодовитый сам по себе. Этому кустику вот 3 года самому. Вот. Ягоды у него очень крупные и очень урожайные. И здесь уже даже можно снять и 8, и 10, и 12 килограмм бывает с кустика. Вот даже вот кисточка, как вот она, видите. Как правильно посадить смородину сначала? Вот, садится смородина или ранней весной, или уже осенью. Можно практически всю осень, в общем.
выбирается место, если, например, крыжовнику и жимолости нужно солнышко, то смородину лучше предпочтительнее посадить в полутень куда-нибудь. Смородина любит плотные почвы. Конечно, предварительно нужно приготовить луночки. Луночки готовятся где-то глубиной сантиметров 40 и в объеме сантиметров 60. Делается пропорция, берется перегной, торф, земля ваша, все перемешивается. Добавляется удобрение, желательно суперфосфат и зола. Все это перемешивается и засыпается в луночку на 2/3 и оставляется так на неделю. Земля за это время проседает хорошенечко. Потом вам только стоит пролить водой и посадить свой саженец. Закапывается это все ваш саженец обыкновенной землей, которую вы выкопали из луночки. Ну что ж, осенью мы обязательно встретимся с Анатолием Поповым, чтобы он раскрыл нам секреты осенней посадки саженцев смородины. Поверьте, они есть. Напоминаю, что найти канал «Сад без секретов» вы можете также и на платформе Рутуб, и в Телеграме. Ну а в комментариях к этому видео, пожалуйста, расскажите, какие сорта черной смородины радуют вас многие годы и чем они вам нравятся. Удачи!